которыми все так долго ждали! AFC Fight Guys с гордостью представляют вам церемонию взвешивания и дуэль взглядов участников главного события завтрашнего вечера – боя за титул чемпиона AFC Fight Guys в легком весе! И первый на весы добро пожаловать претенденты из России! Чемпион мира по боевому самбо и джиу-джитсу! Носящий прозвище «Рокковский Рэмбо» после жесточайшей мясорубки! Встречайте, мои персонажи! Все помнят этот спор, и по правилам индустрии, вообще мужским, как говорится, спор надо закрывать. Я не стал ждать 24 часа. Мариф вес сделал, значит, вот здесь два айфона. Один Мариф, а второй Карахан. Верно? Получай. Мариф как раз у блогера известный. Получи, Карахан получи. Все, теперь приглашаем на реванш. Дамы и господа, добро пожаловать! Обладатель чемпионского пояса из Азербайджана! Он трехкратный чемпион мира, чемпион Евразии по ММА, царствующий на чемпионском троне AFC Fight Night! По прозвищу Чингисхан, выходящий на свою четвертую защиту! Потом Найман Апасан! И вот она дает взглядов! Face to face! Лицом к лицу! Рокковский Рэмбо против Чики!
Так.